мы с вами находимся в Батуми и проверяем мою теорию, что в Батуми не существует точки, с которой не было бы видно минимум 4 стройки. Я стою на открытой террасе отеля Редисон, смотрим, сколько строек видно с Редисон. Итак, номер 1, 2, 3, 4. Кран я тебя вижу. 5, 6, 7, 8. Так, это шпиль. 8 строек, господа, видно вот с этой вот точки. Пока что теория работает.